Калязинский мастер-керамист и резчик по дереву занял первое место во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Его изделие покорило сердца жюри и было выделено в специальную номинацию. Об этапах изготовления рыбки керамической под глазурной росписью в нашем следующем сюжете. В июле этого года на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который проходил в Твери, калязинский мастер Артем Колос получил путевку в финал конкурса и занял первое место в номинации «Туристический сувенир для круизного туриста». Победа в соревновании дает возможность представить калязинскую мастерскую «Ковчег» в туристических каталогах и сделать Тверскую область более узнаваемой для путешественников. Изготовление керамической рыбки начинается с выпиливания формы. Вот так вот они сохнут. Вот так вот изготавливается из формы, вот выкладывается из формы, вот она высыхает. Потом она зарезается и складывается ящик. Затем рыбки расписываются, покрываются глазурью, обжигаются в специальной печи. Вот у нас первая партия сувениров для Калязина нами придуманная. Это будут вот такие щуки. Вот. Это самая первая партия, вот сейчас они пойдут в отжиг. Недавно автор завершил изготовление формы судака. Каждая делается из гипса. Слепок создается с настоящей рыбы, затем тщательно прорабатывается до мельчайших деталей, чешуек, чтобы достичь максимального сходства с оригиналом. У Артема немало задумок по дальнейшему развитию своего ремесла и расширению ассортимента. Так сейчас подготовлена памятная керамическая щука специально для туристов, посещающих Калязин с надписью «Название города». Следующий рыб. Мы начинаем этапом делать изделия уже для нашего города, для туриста. Вот, рыбка сделана с калязином, щучка. Я думаю, она что очень, очень колоритная будет. Я думаю, что она будет востребована. Совместными усилиями многих людей была сделана уникальная упаковка для изделия. Это является также обязательным условием для участия в конкурсе сувенирной продукции. На упаковке отражена легенда, связь памятного подарка с городом, который он представляет. Готовые, удивительно похожие на живые рыбки, востребованы покупателями из самых разных уголков нашей страны и не только. У Артема Колоса в планах сделать большую метровую рыбу и заявить ее в категории VIP-сувениров. Работа ведется и по индивидуальным заказам. Например, есть заказ на партию рыб обитателей Красного моря. А на следующий год мастер-керамист и резчик по дереву планируют вновь заявить о себе на конкурсе «Туристический сувенир», представив уже целый ряд сувенирной продукции. Рыбки-магниты, рыбки-колокольчики, рыбы керамические разных пород.